10-й, блядь. Я 10-й нахожусь в вокзале. Не пойму, кто хуя из танка, блядь. Из гранатометов. Так, я 104-й, иду с севера. Потеряли близко, слишком близко, блядь. Близко, ты по депо. По депо еще подработали, блядь. Я понял, по депо тогда сориентировали, блядь. Две машинки, правлен 70. Надо на перрон, блядь, на перрон. И все, что через путя видно, всех нахуй мочить надо, блядь. Я калибр 10. Кто это выходил на меня, прием? На станции сортировалась, блядь, товарная станция. Прием. Там перед тобой, блядь, где ты видел коробки. Ты видел коробки? Раз, два, две маленькие коробки, две большие. Вот ты подъехал, там во дворе хозяйство, блядь. Четыре маленьких. Визу. Раз, маленькую. Два. Все, пожалуйста, визу. Человека с ними встретится, тебе там навстречу пошли. Это наши. Тебе поставят задачу, которую они медленно выполняют. Да, давай проводника, за яйца. Пускай показывает дорогу. Проспектор Женикин заблокирует.